Всем огромный привет! Сегодня мне пришла посылка от Мариночки Семенкиной, и я хочу с вами поделиться своей радостью. Мариночка, спасибо тебе огромное! Мы с тобой договаривались на одни тени, но пришло так много всего. Дело в том, что какое-то время назад Марина мне написала в личку, что она себе купила тени от Faberlic, четверку запеченных теней, и ей не подошли цвета. И она говорит, ну что, они у меня будут лежать, давай я пришлю тебе, ты будешь их носить, и они тебя будут радовать. Ну, я согласилась, потому что действительно у меня таких не было, и, насколько я знаю, мне такие цвета идут. Но дело в том, что тени-то приехали не одни, хотя я Мариночку просила, говорю, только тени, запакуй их так, чтобы они не рассыпались, и вот как можно меньше мне присылай. Ну, давайте я вам покажу, что же приехало вместе с тенями, и, конечно, в конце покажу сами тени. Первое, на что я сразу в посылке обратила внимание, и мне очень-очень понравился, это вот такой классный набор от Playboy, Play It Lovely, да? Lovely. Ну, не знаю, в общем, с моим английским. Проблемы всегда. Здесь крем для душа и дезодорант парфюмированный. Давайте я вам покажу сам набор. Я его уже вынула, чтобы вам показать. Гель кремовый. Он очень-очень вкусно пахнет яблочком, зеленым яблочком. А дезодорант пахнет цветами. Очень классный, такой приятный. Ну и само оформление упаковки мне так понравилось. Мне кажется, как подарок, прямо, ну, очень красиво. Мариш, спасибо. Прямо в коробке сразу обратила внимание именно на этот набор. Он прям выделялся. Спасибо. Также Мариночка мне прислала вот такой шампунь от Веста. Это шампунь восстанавливающий с протеинами пшеницы. Он подходит для поврежденных и окрашенных волос. Вот так вот он смотрится, розовенький. Ну, не пробовала никогда такой, поэтому ничего сказать не могу. Будем пробовать. От Vitex, или Vitex, как правильно, не знаю. Exotic Fresh, крем-гель для душа, авокадо и жасмин. Написано интересно, что 1/4 увлажняющего крема и соком авокадо. Впервые вижу такой продукт, не встречала ни в продаже нигде, поэтому буду пользоваться. Пахнет. Ну, пахнет он так косметически, кремом. Такой вот прямо косметический аромат. Все знают мою нежную любовь к лосьонам, кремам для тела. И Маришка мне прислала от Oriflame и от Avon два молочка, да, парфюмированный лосьон для тела. Ну и это, скорее всего, парфюмированный лосьон для тела. Этот на основе аромата Prima. Ну, а этот я уже не буду коверкать, потому что все равно перебру. Вот такие два классненьких лосьона буду пользоваться, потому что я очень-очень люблю все, что можно нанести на тело. Следующее арома удовольствия было. Это от Unitop. Туалетная, наверное, водичка это из серии коктейль. Розовая планета называется. Тут 20 мл. Я сотрудничала с компанией Unitop. Мне присылали из серии коктейль 4 коктейля. Но розовой планеты среди них не было. Поэтому с огромным удовольствием я получила эту малышку, как это называется, туалетную водичку, на себя нанесла. У нее сладкий, приятный такой домашний аромат. Понравился. Прям такой вкусно-вкусно пахнет. Каким-то таким нежным компотиком, цветочно-фруктовым таким вот ароматом. Очень приятный. Было вот такое удовольствие. Вот такой милый медвежонок приехал, которого можно повесить на ключи. Такое прямо мимишество самое настоящее. Вот сюда мы его посадим, будет нас радовать. Также Марина прислала два блокнота. Один был от Oriflame, вот такой. Тут написано «Твои мечты, наше вдохновение».
Он в клетку идет тут. Лейбл, да, Oriflame. Вот такой вот блокнот классный. Приятно прям. Второй блокнот был вот такой с кисками. Тоже в клеточку. Такие два милых котенка. Также был в посылке вот такой кошелек. Давайте посмотрим. Он был не пустой. В нем есть прямо много-много разных пробников. Вот сколько. Я не буду подробно тут показывать. Ну, вот некоторые, видите, шампунь есть. Есть такой гель для душа. И от Yves Rocher разные пробники. Как кремы, так и вот водички. Видите? Так, тут что у нас еще? Это тоже водичка. Вот это пробник, маска для лица. Маска-пленка. Мне когда-то такую маску присылала Леночка Никандрова. Мне очень-очень понравился эффект этой маски, поэтому с удовольствием я воспользуюсь. Ну и последний там пробничек. Это пробник вот такой красной помады. Никогда красную не носила. Ну, по крайней мере, теперь попробую. Вот такой вот симпатичный кошелек. Такой приятненький. И с таким вот милым замочком. Спасибо тебе, Мариш. Блокноты приехали не одни. К ним приехали вот такие две ручки. Арктик написано. Ручки идут такие, автоматические. Будем ими и записывать. Также были украшения. Вот такая вот красивенная, прям очень-очень милая шкатулка. С такой крышкой. Давайте посмотрим, что в ней было. Вот такие большие серьги. Прям большие-большие. Кошельку подходят, а? Вот. Так, вот они какие. Тяжеленькие. Серьги идут, гвоздики. Вот такие. Следующее, что здесь было, это браслет с пчелкой. Вот так вот смотрится. Давайте тоже сюда положим. Еще была цепочка. Такая. С красивыми сиреневыми, фиолетовыми камушками. Тоже давайте на кошелечек сложим. И еще была вот такая штучка с деревцем. Мариш, расскажи, что это такое. Что-то очень привлекательные, смотрятся как монетка. А вот здесь что-то написано. А, вот это что? Для семейного счастья. Вот такая вот симпатичная шкатулка была. И еще отдельно была еще одна шкатулочка в форме вот такого. Так, тут бантики. Загнула. В форме сундучка. Вот такого мимишного. Вот он, видите, прямо сундучок. И в сундучке тоже были украшения. Давайте я вам покажу. Вот такие вот большие интересные серьги. Вот так. Только те были гвоздики, а у этих уже замочек. Вот так вот закрывается. Вот. И такие вот серьги приехали в сундучке. На галстуки похожи немножко, да? Такие интересные. Вот. Давайте их положим так вот обратно.
Вот сюда. Так, дальше. Это еще не все. Украшения еще не закончились. Было еще вот такое украшение. Тоже большое. Это, если я не путаю, ракушка. И из бисера идет такая цепочка. Большое тоже. Вот эта ракушечка. Вот такая. Спасибо тебе, Мариша, огромное. Видно? Чуть-чуть отъеду, чтобы было все видно. Очень мне понравился вот этот подарок. Он был в пакете. Это шарфик. Это был шарфик. И вот здесь вот написано «Россия». Да? Давайте я вам покажу, открою его. Я уже открывала, это я обратно все сложила. Вот такой красивый-красивый в горох бордовый шарфик. Он большой. Это я вам сейчас показываю ширину, а длина, конечно, тут метра полтора, наверное. То есть он большой. Его очень приятно будет на себя. Ну, в общем, замотаетесь, и будет очень-очень красиво смотреться. Так, как его так вот повесить, чтобы было видно? Сейчас попробую. Нет, не получается. Хотела красиво, чтобы так было видно. Ну, пусть так вот немножко мелькает сзади. Ну и, собственно, то, ради чего была собрана посылка, это сами тени от Faberlic. Они идут в номере 5215. Давайте посмотрим. Вот такие интересные цвета. Я сегодня их сразу на себя нанесла. Мне понравилось, как на мне это все смотрится. Они мне действительно идут. Вот такие сочные, красивые цвета. Смотрите. Вот такие вот красивые. Яркие. На глазках они не смотрятся чрезмерно, например, ярко. Смотрятся так скромно, хорошо. Мои глаза не выглядят заплаканными. Мне очень понравились эти тени на мне. Прям вот понравились, действительно. Вот такие красивые. Вот такая оказалась замечательная посылка. Мариш, спасибо тебе большое. Я-то одни тени ждала, а тут столько всего. Набор вообще меня просто вот восхитил. Никогда у меня ничего не было от Playboy. А тут сразу два зайчика, и гель для душа, и дезодорант. Спасибо тебе огромное. Прям вот впечатлилась я шкатулочкой. Шарфик мне очень-очень понравился. Смотрите, какая она классненькая. Ну и кошелек, конечно, классный. Аромат приятный. Он такой чисто домашний. Его хочется наносить снова и снова. Прям рука к нему тянется. Вообще, вот если вы любите для дома легкие ароматы, такие вот фруктово-цветочные, то можно обратить на него внимание. Хороший. Вот вообще вот эта вся линейка коктейлей мне действительно нравится. Получается, сейчас у меня дома 5 коктейлей вместе с этим. И я пользуюсь всеми. Только один для меня так себе. Кровавая Мэри, по-моему, называется. А все остальные мне очень нравятся. Вот прямо приятные, домашние такие. Теплые, согревающие ароматы. У Маришки есть свой канал. Многие ее знают, многие ее смотрят. Марина заказывает часто Арифлейм, причем у нее заказы всегда очень большие по Арифлейму. Она хорошо знает эту компанию, знает хорошо их продукты. И когда я вообще люблю, когда в заказах много средств плюс много декоративки, и поэтому вот ее обзоры я очень люблю смотреть. Действительно, сидишь, открыв рот, все разглядываешь, рассматриваешь, ну, как бы не две минуты, а там долго показывает много всего интересного из этой компании. Спасибо тебе, Мариш, за твои обзоры. Спасибо тебе огромное за твою
щедрость за посылку, за подарки. Мне все понравилось. Ссылку на канал Марины, конечно, я оставлю под роликом. Проходите, знакомьтесь, если вдруг вы еще не знаете эту девочку. Думаю, вам тоже понравится у нее на канале. А я прощаюсь. Пошла все нюхать, смотреть, мерить сережки. Всем пока, до новых встреч!